Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим светодиодную фару от компании Alpine, модель 9352V18. Поставляется в обычной картонной упаковке фара. В комплекте у нас находится металлическое P-образное крепление с фиксирующими винтами, также шестигранник и сама фара. Фара полностью в металлическом корпусе. Корпус в виде радиатора сделан. Это и есть система пассивного охлаждения. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по металлической части фары. Таким образом, не дает фаре перегреваться. Используется 6 светодиодов в данной фаре. Мощность фары составляет 18 Вт. Фара герметично заклеена, пыль и влага защищена. Спереди прочный пластик в виде линзы сделан. И также фара подключается на питание как 12, так и 24 вольта. Сейчас фару мы подключим на питание и посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Вот так вот отсвечивает данная фара. Цветовая температура 6000 кельвинов. И также в данной фаре есть второй режим, режим стробоскопа. Вот так вот это выглядит. Длина фары составляет 16 сантиметров. При покупке на фару обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.